Поэтому ГКЧП абсолютно правильная. И ГКЧП не проиграла. Мы временно отступили. 22 года мы смотрим, кто же у нас предатели. А то есть вы верите в возрождение империи? А это не империя, у вас заблуждение. Хорошо. Империя колониальная только может быть. Так. Когда страна захватывает другие страны только путем войны и оттуда высасывает все ресурсы. В Европе, Австро-Венгрия, из Балкан, из славян все высасывали. Французская Африка. Все высасывает Франция. Британская. Это ладно, бог с ним. Я просто хочу с нашими разобраться. Вы говорите... сам родился в Казахстане. Да. Так вот, Казахстан получал от Москвы больше, чем исконная Россия. Газ к нам пришел 50 лет назад. А в России еще половина селения без газа. Асфальт, музей, все, дома высокие. Все там было дано. Все за счет русского народа. Вот в чем вина коммунистов и Зюганова, которые сегодня чертыхаются правильно, что бардак в стране. Но этот бардак сделали они. Ельцин просто не умел ничего делать. Он тоже был коммунист. Но все это заложил Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев и Зюганов. Этот одна... Это, кстати, вы родились в Казахстане, но вы, по-моему, полвека уже в Москве, нет? Или 50 ошибаюсь? 50 лет ровно. 50 лет, да, вот полвека. Я полвека живу в Москве. Значит, и московское правительство мне не дало ни одного метра жилой площади. Никогда. Все своими руками сделал. Купил в теплом стане. Потом сделал квартиру в Отрадном. То есть я делал. Мне, на Майбахе мне ссылаетесь. Я никогда в жизни не покупал ни одной машины. Но я знаю, что у Зюганова Майбах. Запорожье я думал, что не у вас покупал. Там так Москвич, положено. Москвич, Волгу. Все мне давали за мою хорошую работу. А Зюганов, конечно, это вот спекулирует. Он все еще за Сталина. Сталин преступник, лидер парламентской партии. Не гнушается заявить всему миру, что он за Сталина, за государственного преступника, за Ленина, за всемирного террориста. Вот проблема. То есть Сталин у вас тоже государственный преступник? Конечно. Судить посмертно. Московским трибуналом. И он ждал этого в июне 41-го. Он думал, его приехали арестовать на дачу. Эти Микояды, там, этот, Молотов и так далее. Ну, а те сами были прихлебатели, испугались. Нужно было его арестовать на даче и расстрелять его. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.